Тут уже давно меня посещает определенная мысль, и я все-таки склоняюсь к этому, что она все-таки правильная. Дело в том, что на моем видеоканале, на канале в YouTube, очень много всякого разного контента, и нет, получается, определенной концепции. Получается, в основном на канале очень много всяких игровых видео, но дело в том, что моя работа напрямую связана с компьютерами, и люблю я посидеть за компьютерами, люблю также и поиграть, поэтому это, в общем-то, неизбежно. Ну, в то же время, как я уже сказал, нарушается концепция самого канала. То есть все эти блоги, то, что я снимал, какие-то технические видео, все это на фоне тех компьютерных видеоигр, все это теряется, размазывается, непонятно куда девается. Поэтому, друзья, я все-таки решил, ну, наверное, нужно создать второй канал и немножко разделить тематику. Во-первых, это будет удобнее и аудитории, которая будет смотреть эти видео, то есть кому нравятся там игры, те пойдут на один канал, кому нравится что-то другое, пойдут на другой. Поэтому я создам канал, ссылка будет в описании, и будет уже четкое разделение: игры и видеоблоги, посвященные различным, опять же, тематикам. Но там уже не будет ничего такого игрового, там уже вы будете видеть чисто меня. Поэтому так.